Я звертаюся до вас народной мове, якая у часы Великого княжества Литовского была державной. Теперь у влади у нас стоят консерваторы. Уже так докировались уладой, что покрыли не только дорослых, наставников, пенсионеров, урачов, але теперь добрались и уже до наших детей и внуков. Мы знаем, что у Конституции записано, национальные меньшинства повинны получать эдукацию на своей родной мове. Тогда на во что писать, коли мы это не выполняем, не позволим нашей... Не позволим нашей уладе сдекиваться над нашими детьми и внуками. Нет ассимиляции. Национальные школы в Литве будут. Белорусы за то, как все мы дружно отстаивали свои права. Хватит, уже потребно кубилизму показать на их конец. А то довели людей и всю Украину, Литву до ручки. Дякую за увагу, не можно больше говорить.